Добрый день из Волгограда. Вот, решили прогуляться до Центрального парка культуры и отдыха. Он от нас получается тоже недалеко, да? Да, ну, в принципе, где-то, наверное, метров 400 до нашего съемной квартиры. Вот. Парк посмотрим. Сегодня солнышко. Смотрите, облаков нет вообще. Вот. Нет такое. Облаков ноль. Да. Интересная композиция ладони. Там что-то написано по ладони. Да. А туда, наверное, а можно вообще зайти, да? Можно. Парк находится недалеко от торгового центра Европа, поэтому вот мы сразу вышли и сюда попали. А, вот, это арт-объект. Называется «Все в твоих руках». Вот, видишь? Вот такие вот ладони. Ну вот. Композиция неплохая. Еще раз. Так что пойдем погуляем, покажем вам сам парк, что в этом парке. Он, наверное, далеко тянется. Кстати, он идет параллельно набережной Волги. Параллельно. Вот далеко в ту сторону. Ну, пойдем. Мы что-то каждый день по 11 километров проходим. Ну а что? Город большой. Его весь не обойдешь даже за неделю. Это только в одном районе мы еще пока ходим. А если в другой выехать, так там тоже много. Да, да, всего полно. Вот. Ну, здесь такая прогулочная, это широкая, да, вот так вот широкая. Ну, конечно, здесь много есть, смотри. А сегодня жарко, вот прям вот вообще. Просто вот. Можно ходить даже в маечке. Вот. Дома вдоль парка, это как микрорайон какой. Да, высотные дома такие. Смотри, сколько тут много. Карусели вдалеке. Вот опять же, это все в парке. Это все в парке, по-моему, так. Это большой центральный парк. Какая-то башенка. А где мы, там машина? Вот такая техническая машина, смотрите, лестница. Ну, сегодня что у нас? Не выходные, правильно? Не суббота, воскресенье. Поэтому как бы... Да, еще пока рановато. Наверное, сегодня слишком жарко, чтобы, ну, так сказать, было массовое скопление народа. Мне кажется, что рабочий день. Еще плюс рабочий день, да-да-да. А как раз вот день, наверное, тут все гуляют. Да, естественно. Нет, мы говорили про этот парк. Пока до сюда приехали, я говорю, парк здесь есть. Можно сходить, посмотреть. Как раз вот дошли до него. Вон она, крыша. Конечно, это чертово колесо, оно большое-большое, огромное. Черт, ну, не чертово, конечно. Раньше чертово. Сейчас колесо
по модному колесу обозрения. Мы его запомнили как. Да. А вот эта каруселька детская. Дракона. Ну конечно. Хочешь прокатиться? Вон, садись и поехали. Держаться он будешь за штангу, да и ладно. Ну, может, я не знаю, что там. Здесь видишь, кукурузы продают, попкорн. Ну, пока не продают, пока пусто. Ну, выходные будут. Может, сорт такой? Нет, не знаю. А, возможно. Не исполняет. Вон Волгу видно. Подыскосок. Режем к Волге. Все ближе и ближе. Заходишь, а рыба вон. А вы, кстати, рыба плавает, смотрите. Да, есть. Большой. Вон они. Видите? Прям поверхность. Ой, сколько там, смотрите, вверху. Ой, ну, здесь изысканный. Такая вот прям. Маленький, конечно, прудик. Ну так вот. Такой. Да. А вот отсюда вот так. Ну это знаешь что? Давай-ка пойдем. Вокруг есть карусельки там. Колесо обозрения искусства. Парк, конечно, туда, в ту сторону, все дальше и дальше смотри. Там вот непонятно, какое сооружение это там. Возможно. Может быть так. Ну, пойдем. Перед сезоном, смотри, какие привезли. Это называется бреши. Это вот они укладывают аккуратно. Они укладывают аккуратно. Все, вы смотрите, мишки здоровые. Много-много. А мне, ты знаешь, что это слуги? Да, верно. Там. Вот они, вот здесь вот смотри, как укладывают, видишь, вокруг. А здесь, по-моему, недостроено тут что-то такое, да? Или все-таки... А, нет, по кругу какой-то тут есть. Тут водоемчик, смотри. Он просто круговой, да, по-моему? А, это вот, вокруг. Ну, одна... Зря тут это две штуки, потому что одна другой будет мешать, не разведешься. Это только друг за другом. Да, сегодня очень жарко.
жарче, чем вчера. Градуса на 4. Может быть, ветерочек навести. Да, вот ветерок. Ну, лето, что сказать, полное. Апрель месяц такой. Ага. Середина апреля. Ну, как бы к твоему дню рождения. Вот такое вот. Погода такая. Завтра. В Ульяновске дождь сейчас, по-моему. Празднуем. Если бы мы остались в Ульяновске, там бы дождь нас накрыл бы. Вот цветущая яблони, что ли, распустилась. Посмотрим. Так, скрипит. Скрипит, наверное. Мазу. Больше, чем у нас. Ну, выше, по-моему. Выше. Да, выше. А вот идут люди, идут. Это настоящие, искусственные. Ты что, искусственно, правда? Нет, настоящее цветение. Смотри-ка. Поближе покажу. Ничего себе, что за... За растение такое. У кого бы спросить, смотри, какие почки распускаются там. Ну ничего кто себе. Кто знает, пишите. А, правда, я не знаю. Напишите в комментариях, кто знает про такое растение. Что это? Мне кажется, никто не знает. Ну не знаю, потому что большие цветы какие-то. Ну нет, знают. Занимаются этим делом, они знают, что здесь. Ботаники, да? Да, растения. А здесь даже очередь. И вот. А вот еще. Mm-hmm. А это уже какой-то мелкие листики, да? Да, не знаю. Да? Смотри, какие вот распускающиеся вот эти почки-то. Вот это вот сидящая здесь в кассе, она знает. А, я не спрошу сейчас. Так. Так, смотрим, сколько. Сейчас посмотрим цена. Ну, когда я на той стороне посмотрю, сколько цена. Давайте. Оп. А что, цены нет. А где цена-то? Почему она здесь? Вот тут видно. Ой, еле-еле видно. Здравствуйте. Цену скажите мне, пожалуйста.